меня стали спрашивать, чего это я похудел. Ну вот, я действительно похудел, потому что не следил в какое-то время за питанием совсем, а, видимо, организм уже мне 47 лет, вот, не 20. Вот, и он так стал постепенно набирать, потому что включаются механизмы, и чем вы старше, тем, конечно, вам сложнее избавиться от избыточной массы тела. Вот, и, но вот я стройный, тьфу-тьфу-тьфу, не тьфу-тьфу-тьфу, а в смысле, ну, в общем, в каком-то смысле я стройный, хорошо себя чувствую, у меня нету никаких болезненных ни срывов, ни проблем и так далее. И все потому, что я отношусь к похудению как к интеллектуальному занятию. Да? Это не, для меня не вопрос еды. Потому что если мы подходим к проблеме избыточной массы тела просто через еду, то мы в результате находимся в ситуации, когда мы постоянно себя ограничиваем. А это ограничение само по себе является стрессом.